А известного азербайджанского поэта и философа вспоминали сегодня в Чувашском государственном педагогическом университете. Там прошла международная научно-практическая конференция. В центре внимания творчество азербайджанского поэта рубежа 12-13 веков Низами. Как Пушкин дорог для России, так и Низами для Азербайджана. Знают и ценят поэта в нашей республике. Его имя носит одна из улиц Чебоксар, сквер, переулок. А 12 лет назад в его честь на южном поселке открыли памятник. Чтобы еще больше укрепить дружеские, деловые и научные связи между Чувашей и Азербайджаном, сотрудники и студенты историко-филологического факультета решили организовать международную конференцию. Со своими исследовательскими работами выступили более 60 участников. Среди них школьники, студенты, преподаватели, общественные идеи, деятели и даже представители Азербайджана. Низами всегда для нас был ориентиром, маяком. Это наша гордость. И особенно приятно, что, будучи азербайджанским, великим азербайджанским поэтом-мыслителем, Низами стал принадлежностью всего человечества, всего мира. Это одна из вершин человеческого духа, несомненно. И для меня это большая честь принять участие в этом мероприятии, большая радость приехать в ваш город.